Здравствуйте! Этот понедельник очень продуктивный, когда вы сможете выполнить важные задачи. И чтобы это получилось, нужно не распыляться, а сконцентрироваться на каком-то одном деле. Например, хорошо позанимайтесь спортом. Сегодня любая физическая активность будет только в плюс. Я уже, кстати, с собакой погуляла. Чем не спорт? А еще сегодня очень удачно сложится работа с документами, особенно какие-либо юридические дела. Все пройдет легко и ошибок не будет. Вы поняли, да? Если есть важное дело на этой неделе, сделайте его в этот понедельник. Что еще? Поход к врачу, новая стрижка, презентация проекта, запуск рекламной кампании. Все это очень удачно пройдет сегодня. Успехов вам! А я освежу стрижку.